наши братья там? Наши братья вам поклон передают. И все время о вас вспоминаем, молимся за вас. Ну как, мы настоящими стали братьями и сестрами. Мы там же, знаете, вот я приехала в Молдову, ровно год тому назад. Я была потрясена, как меня люди встретили, абсолютно незнакомые. Как вот тут в вашем лице, понимаете, просто мы в Флоришт едем как себе домой. Мы знаем, что здесь есть вот наша старшая сестра, мама наша Алена, которая нас все время покрывает, понимаете. Вот не просто мы едем в незнакомый город, а это город Алены. И вот, может, какие-то там слова там, но когда ты находишься вообще далеко от, ну, от близких, физически, может, там, я далеко от своей родины, да, но я понимаю, что Молдавия стала моей родиной. Мы жили на, снимали дом, и как к нам люди отнеслись, простые, которые сдавали, они тоже сами не в Кишиневе, из сел приехали, там они сейчас живут. Просто вот через них я узнала молдаван. Это, я никогда здесь не была, я первый раз приехала вообще. Абсолютно как своим близким, как будто мы их знали вообще всю жизнь. А сестры из Украины, как что они говорят там, кто у них? Вы знаете, они приехали в шоке, потому что у них там дети остались. Ну, там у нас две старшие, ну, как они, возрастные больше сестры, у них там взрослые дети. Одна там помладше, она просто еще сама еще как ребенок. Знаете, у них там как бы душа осталась там, а не здесь. И у нас тоже непростое, потому что я с России, а не с Украины. Но так как мы в церкви, мы понимаем, что здесь нету какой-то национальности, вражды и войн. Как мы можем враждовать? Мы знаем, что сейчас очень много зла во всем мире накопилось. И то, что мы оторваны от покрова небесного, от Божьей Матери, да. Это не говорит, что вот там они дерутся, они там такие, а мы такие. Нет, это просто везде. Очень много, у нас самих много зла. Нужно молиться. Вот именно. У нас, каждым. Нужно молиться и молиться. Божья Матерь говорит, если бы вы встали на коленочки и просили меня, я бы это сделала в 5 минут, все. Но вы меня не просите. Вы заняты своими делами, политикой, вы заняты коммерцией, все. Но меня лично вы не просите. Я могу прийти только к тем, кто меня просит. Знаете, много лет тому назад буденовские боевики захватили роддом. Ну, там женщины, там, понимаете, они лежат, они немощные. И вдруг одна говорит, встала на колени и стала просить Божью Матерь. Она никогда не ходила в церковь, никогда не молилась, ни одной молитвы не знает. Не знает. Но она так кричала к сердцу Божьей Матери, да. И их всех выпустили. Это сделала Божья Матерь. И потом отцы сказали, что Божья Матерь сама стояла, и даже боевики видели, как она там стояла над роддомом. Потому что ее призвали. А тут, в Украину, они не молятся? Да все что молимся. Все молимся. Это не, вот. Это не, понимаете, это не межнациональный распри. Потому что тут и солдатам российские тяжело. Мы за них. Мы и молимся за усопших. А знаете, сейчас многие солдаты, ну, как бы не только они, многие люди уходят. И многие не понимают, что произошло. Они в шоке. И так как с духовной стороны нужно, чтобы мы всех упокоили. Вот припроводили к Божьей Матери. Мы не имеем права касаться политики. Это не наше. А духовные люди говорят, что давайте к Божьей Матери обращаться. Тогда она нас слышит. Она сама знает, когда отступать. У нее рука удерживается. Она сдержит очень большое зло. Но она не может без нашей помощи. Со своей стороны она может. А говорит, вы сами просто сердцем кричите к Божьей Матери. Не надо какие-то каноны, вот эти все как... Разве вычитана молитва без сердца что-то значит? Или сердцем кричит какая-то мать, даже не только за своего сына, за всех мальчиков, которые... Все погибают, это тоже наши дети. И то, что мы, может быть, делаем какую-то неправильную жизнь, мы себе много позволяем, все. В этом тоже наша вина есть. По нашей вине тоже умирают, что мы должны, мы кричим. Пускай это будет чужой ребенок, но он такой же мой, как чужой. Да. А вот у меня есть канал, нам открыты все дороги. А я там колокольный звон ставлю, потом вся, разные молитвы. Жизнь Божьей Матери. И там есть разные
свидетели Иеговы, и другие есть, начинают: «О, Божья Матерь, это неправильно поклонение». А я им наоборот сказала: «Я вам посылаю свет, любовь, и пусть расцветет сердце ваше в любви ко всему миру и ко всем». Но мы никого не осуждаем, каждый человек имеет свой путь, каждого ведут какой-то или святой, или божество ведет.